Большие выборы продолжаются. Те, кто еще не проголосовал, у вас есть время до 8 вечера. Все адреса избирательных участков на сайте ЦИКа. Специальная программа проложит путь от вашего дома до избирательного участка. Вам нужно лишь взять с собой паспорт. Карантин выборам не препятствует. Соблюдайте дистанцию. У входа на участок выдадут маски и перчатки. Вся наша страна за безопасные выборы. К 3 часам дня проголосовали около 85 тысяч человек. Это немало, а избиратели продолжают идти. Напомним, участки будут открыты еще 2 часа. Спешите отдать свой голос за будущее страны. Сегодня все в наших руках.